полицейских о нападении на полицейские участки. Во время обыска мы обнаружили большое количество оружия, средства связи и полицейскую форму. Спецслужбы предупреждают о высокой вероятности терактов в Германии, Великобритании и Нидерландах. Вдруг оказалось, что террористы повсюду, и все больше европейцев понимают, что для борьбы с ними полицейских облав в этнических районах уже маловато. И задаются вопросом, значит ли это, что знаменитая толерантность ради безопасности может отойти как минимум на второй план. Европейские лидеры уже заявляют о необходимости ужесточения контроля. Британский премьер Кэмерон заговорил о новом законе, который не позволит террористам скрывать свои планы от спецслужб. Я как премьер-министр сделаю все, чтобы обеспечить полноту этого законопроекта.